почнемо нашу розмову з червоноголової капусти Rescue. Велика плантація, можете там побачити, сиза його, але там трошки болото, ми туди зайти не зможемо. Ну я немного буду Сережке, наверное, помогать, потому что ветер, холодно. И чтобы не было вот этих пробелов с молчанием, я буду, наверное, немножко сказок рассказывать. Помимо того, что я есть руководителем отдела семян овощных культур, я очень длительное время отвечал за капустные культуры, и не только в Украине, но и в странах СНГ. Поэтому я думаю, что смогу немножко тоже поделиться с вами какой-то информацией, как и что происходит где-то в мире, да, и почему мы уверены в наших продуктах. Потому что те проблемы, которые возникли в последнее время в Украине, это очень аномально высокие температуры, это вредители, которые называются трипс и так далее. Мы с этой проблемой давно уже сталкивались, и селекция смело вперед. Только, опять же, да, только в соединении тех факторов, что есть толерантность продукта и хорошая химическая защита, можно получить абсолютно чистую капусту, не пораженную трипсом. Вы сегодня сможете заходить в поле, срывать листья, смотреть под листья, но я более чем уверен, что вы не найдете поражение трипсом. Сегодня в Украине две большие проблемы. Первая проблема — это трипс в южных регионах, поэтому качество очень сильно страдает, и продукция, которая будет заложена на хранение, она не долежит до того нужного времени, когда будет максимально высокая цена. А как вы понимаете, все люди сейчас в данный момент пытаются продать некачественную продукцию, и это, соответственно, давит на цену. В западной части нашей страны из-за высоких температур и недостатка влаги урожай просто на некоторых продуктах не сформировался. Поэтому средний вес составляет где-то около 1 килограмма. Соответственно, те затраты, которые были понесены, они внесли свои коррективы. Если взять по поводу цены, в южных регионах цена из-за того, что пораженная трипс и не может храниться как на корню, так и в хранилище, цена составляет от 1,20 до 2 гривен с хорошим качеством, там 3 гривны. В западной части эта цена 5-6 гривен, то есть разница более большая. Понятно, что цена будет расти, но опять же все это поможет, я надеюсь, для производителей, тех, у которых есть хорошая продукция. И после месяца морозов мы получим уже более хорошие результаты в плане цены. Поэтому гибрид должен быть устойчив к трипсу, это самое первое, но еще он должен выдерживать вот эти аномальные температуры, которые у нас создали. Поэтому сегодня вы увидите как известные уже давно наши продукты, так и новые, которые появились в нашем ассортименте год-два назад, которые еще не столько на слуху, но результаты в поле показывают просто великолепные, и соответственно это те продукты, на которых производители могут зарабатывать деньги довольно неплохие. Ну дальше передаю Сергею слово, он сейчас дальше будет рассказывать по продуктам. Гибрид Rescue 130 дней в южных, в південних регіонах, десь в межах 110-120 днів він вже готовий до збору, зберігання до літа місяця, до літа без проблем зберігається. Зачистка, бачите, яка капустина, зачистка відбувається дуже швидко і дуже легко. Обрізається краюшек, два відлітає. Але один нюанс, потрібно висаджувати десь в межах 55-60 тисяч на гектар, бо червоноголова капуста, як ми всі знаємо, в межах 1,5-2 кілограма більше нікому не потрібно. Тобто зверніть увагу, якщо плануєте висаджувати з густотою, потрібно збільшувати густоту для того, щоб мати стандартну ідеальну головку для зберігання. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.